На субботник по приведению в порядок прилегающей территории вышел весь коллектив ОДЦ «Октябрь» вместе с новым директором Ольгой Дрожкиной. В этой должности она с 1 сентября. В послужном списке – многолетняя деятельность с заместителем директора по воспитательной работе средней общеобразовательной школы номер 8, что в микрорайоне Птицеград, и год работы заместителем начальника районного управления по культуре и туризму. Сделала для себя вывод, что еще раз просто доказала сама себе, что культура и образование – это две близкие подружки, которые идут рука об руку и которые очень тесно взаимосвязаны. Субботник около ОДЦ «Октябрь» – это первый этап благоустройства территории. В планах руководства – сделать здесь небольшую парковую зону, где бы работали площадки для маленьких детей, подростков и взрослых, которые смогут посещать не только жители Скобинового поселка, но и всего района. Также около учреждения культуры должна появиться парковка. Мы с вами понимаем, что сейчас в современных условиях практически каждая семья имеет личный автомобиль, и нам просто любому учреждению необходимы парковочные места. И в перспективе планируется построить, обустроить парковку около нашего учреждения культуры. И мы по инициативе, с инициативой выступил глава нашего района при поддержке администрации городского поселения Сергиев Посад. Мы вот участвуем в этом первом этапе по благоустройству. Журналисты поинтересовались у нового директора дальнейшими планами развития образовательно-досугового центра «Октябрь». Ольга Дрожкина рассказала, в каком направлении будет двигаться коллектив. Конечно же, мы будем увеличивать количество кружков и студий, и мы будем приглашать в наши кружки и студии не только дошкольников, школьников, но и взрослое население. Какие студии и кружки покинули ОДЦ в связи с последними событиями? Ну, у нас летом уволилась руководитель кружка танца Модина Елена Евгеньевна. Ну вот, пока она не пришла на работу, я думаю, что, может быть, она и вернется. Но пока это утверждать не могу. А остальные все руководители кружков и студий все продолжают работать. Также представители местных СМИ поинтересовались, станет ли ОДЦ «Октябрь» районной театральной площадкой. Эта информация еще недавно активно обсуждалась в культурных кругах. Насколько она соответствует действительности, ответила директор Ольга Дрожкина. Мы рассматриваем сейчас проект организации театральной площадки, но я бы не говорила, что это будет, ОДЦ будет превращен в театр. Я бы так не говорила. Да, у нас будет площадка, и мы сейчас готовим контакты, налаживаем, будем сотрудничать со многими организациями. Я бы хотела отметить, что мы будем привлекать молодых, творческих людей, которые хотят творить, которые хотят созидать, пробовать, экспериментировать. Двери у нас открыты вот для таких людей. Наталья Артемова, Ирина Самойлова, Феликс Дорохов. День города.